Партнер проекта – юридическая служба «Единый центр защиты». Твоя команда юристов. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные, увы, осенние пермские дороги. Готовы? Тогда поехали. Мы находимся в микрорайоне Садовой на улице Юрша, не доезжая буквально несколько метров до перекрестка с улицей Уинская. Друзья, действительно хорошая дорога, ровная. Я езжу здесь практически каждый день. Но уже который месяц на одной из полос встречается вот такое вот препятствие. Неровная дорога. Около колодца явно происходит что-то не то. Я думал, если честно, быстро все сделают, но, увы, осень, уже практически глубокая осень, а яма все глубже и глубже. Что-то там не так. Когда наблюдаешь вот такую картину, если честно, стоять здесь даже страшно. Как будто вот-вот сейчас все рухнет. Я, пожалуй, лучше отойду отсюда. Ну а так, как я уже сказал, яма становится все глубже. И пора, если ничего никто не делает, хотя бы ставить знак. В администрацию Мотовилихинского района мы обратились, ждем ответ. Но не хочется на самом деле никаких провалов. Сколько мы уже программ сняли на бульвар Гагарина, начиная с 2012 года. Второстепенный проезд, параллельно идущей улице Крупской. Так вот, дорогу отремонтировали в этом году. Действительно, потому что раньше здесь были лунные кратеры. Прям соответствовало бульвару Гагарина. Ну а сейчас опять есть проблемы. Проблема около дома номер 39. Что-то здесь коммунальщики копали. Подготавливали дома к зиме. Ну вот таким образом закопали, и уже второй месяц вот такая картина. Но если пройти чуть дальше, то здесь и вовсе удручающая картина. И вот так вот, в таком состоянии, здесь уже второй месяц. Но больше всего меня даже настораживает не этот разбросанный гравий. По одной полосе, кстати, проехать еще можно. А вот это вот настоящая ловушка для автомобилистов. Люк вот-вот выпрыгнет. Тут, кстати, прямо напротив образовательные учреждения. Дети, камни. Я думаю, комментарии излишни. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения. Пока.